В Армении продолжаются митинги с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Накануне Наира Зограбян из партии «Процветающая Армения» заявила, что с сегодняшнего дня они будут проводить ежедневные акции неповиновения, пока Никол Пашинян не уйдет в отставку. По мнению российского эксперта, главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Караченко, оппозиция добивается смещения Пашиняна, чтобы возложить на него ответственность за поражение Армении в войне и капитуляцию. На мой взгляд, претензии к Пашиняну можно с равным успехом адресовать и к прежним руководителям Армении, потому что в целом войну проиграл не Пашинян, а проиграла Армения как государство и вооруженные силы Армении. Здесь нужно говорить о стратегических просчетах, которые были допущены Армении при военном строительстве. То есть было много пропаганды, но мало реальных действий. Поэтому случился оглушительный провал, который для многих оказался психологическим шоком. Сейчас мы наблюдаем борьбу за власть. Если Пашинян удержится до Нового года, значит, удержится и дальше. Если его свергнут, значит, такова его судьба, отметил Караченко, добавив, что Пашинян – символ поражения Армении, но не его причина. Он символ провала армянских военных и несостоятельности Армении как государства, удерживающего оккупированные территории. Сегодня мы видим, что сменят Пашиняна или нет, война выиграна Азербайджаном. Точка в этой войне поставлена, подчеркнул он.